Добрый день, я сейчас вам покажу, как создать, как работать в Arcad 16.6 Imbecile Edition или Олигофрана Edition. Давайте создадим такую простенькую, тупую схемку. Открываем проводничок. Создадим папочку. Назовем ее Arcad 16 и название такое go node. Вот, назвали так папочку. Теперь давайте создадим схемку. Все очень просто. Нажимаем сюда new project schematic. Все, называем его Олигофрен. Назвали, выбираем наше вот видите, не могли даже нормально меню сделать такое. Можно было где-то выбрать, где нужно искать, где нужно. Вот. Выбрали. Все, создаем схему. Сейчас мы сделаем такую тупую схему на одном регистре. На двух регистрах. Ну, берем, значит. Регистр. Один регистр, второй. Кстати, вот схематик очень удобный, в отличие от всего остального. Соединили, все. Еще коннектор. Раз. Все. Давайте теперь землю сделаем, чтобы красиво все было. Вот у нас земля. Все, зашибись. Все, мы нарисовали схемку. Теперь давайте сделаем netlist. Netlist. Делаем, заходим. Все очень просто. Нажимаем Tools. Create netlist. Все, тут ничего не трогаем. Нажимаем OK. Создать да. Да. Ошибки, вот. Куча ошибок каких-то непонятных, что-то где-то там какие-то что-то не хватает, непонятно, чего не хватает, где не хватает, вот что не хватает. Давайте сейчас вот такая супер система есть там, что-то там проверка ошибок, вот. Допустим, вот. нажимаем. Пожалуйста. Все вроде. Зашибись, только что-то надеюсь у нас не делается. Все, ошибки какие-то там, что-то не хватает. Значит. А, ну говорит он, что ну, не хватает футпринтов, да? Один нам эти футпринты взять. Где вот нам здесь вот? Тут мы клацаем на резистор. Вот. Где у нас тут футпринт, я не вижу, где у нас. Куда он тут идет? Где он? Да, коннектор. Где у нас тут принято, что-то я не вижу. Где у нас тут принято? То есть, если вот, ну, почитать там книжечку, форму, то нужно так вот заходить в каждый компонент. И вот тут надо вписывать. Например, видите? То есть вот надо вписывать. А спрашивается, что вписывать? А что? Куда? Что? И тут. Вот, тут должна быть кнопочка. Вот я должен по этой кнопочке нажать. Должна высветиться менюшка такая, которую должен выбрать.
Необходимо не футбрин. Где он? Где он? Надо брать. Нет. Нет, нет. Хорошо, мне, значит, мне по книжке рекомендуешь, нужно зайти в библиотеку. Библиотеку. И что-то там. Что-то там в этой библиотеке. Найти. Футпринт и скопировать. Давайте искать, где у нас тут футпринт. Где у нас футпринт? Дэнси. Да. И. Ву. И нам вот, если мы хотим какой-то там резистор, например, вот такой, да, мы должны вот так вот взять, скопировать, вставить. То есть, вот, не, чтобы каждый компонент нужно сохранять, ставить, открывать сквозь. Вот скажите, вот 21 век нельзя было эту кнопку сделать. Тупые. Нельзя было эту кнопку сделать. Опция. Воркат, опция работает. Что я должен это копировать, вставлять, проводник, тут искать. Откуда я знаю, что это вставляю? Может, тут осел. Или козел. Все должен вставить. Все это дело. Сюда. Все сохранить. Тут. Давайте у нас позже как будет. Там резистор, не там. Где тут? Самое интересное, что вот аркад поставляется, тут они нарисовали, коллеги, три резистора, два конденсатора нарисовали, и тут количество. Библиотека вообще тупо пустая. Ну как можно программу за 30 тысяч долларов, которая ничего не, что-то такое. Тупо. Тупо вообще ничего не. Никакого ни редактора, ничего, много, ну, так просто заходишь, вставляешь. Но это не тупизм. Это не тупизм. Реально тупый, что тут сложно было кнопку сделать. Кнопку сложно было сделать. Чтоб я видел, что я вставляю, тут навигацию и так далее. Вот, он вот мы только что сделали. Теперь давайте снова попробуем. Сохраним. Снова сделаем. Вот есть. Вот, все выбрали, все. Мало что тут поставить. Нажимаем. Что там опять тут? Не пойму, что там не нравится или нравится, что тут наше дело. Давайте дальше тут. Смотрите, может тут что-то не хватает, давайте, может сюда зайдем опять. Тут галочек поставим, давайте вот здесь галочек поставим. Все. Еще нажимаем, да. Да, 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 да. Ну как вы считаете, для двух резисторов там, и одного разъема, вот это вот вообще нормально? Вот это вот, вот эта вся чепуха, вот это, что тут творится на экране, вообще нормально? Вот это все? Вот это все. Из-за двух резисторов, я не могу объяснить. Вот это все. Вот это все. Два резистора, вот это все. Он что-то сделал там. Давайте теперь вот открываем аркад, он просит открыть. Нажимаем. Все, нажимаем сюда. Все, тут ничего не происходит. Тут по книжечке покажешь. Мы берем, заходим. Вот сюда вот. Нажимаем вот сюда вот. Вот видите, не работает. Ничего не работает. Ничего не работает. Ничего не работает. Ну давайте галочки поставим. Галочки. Давайте тут галочки либри, лайбри там поставим. И ничего не работает. И ничего не работает. И ничего не работает. Ну и как? Ну как можно с этой системой разбираться? Ну, я вам скажу, это говно. Тупо говно, за 30 тысяч долларов дерьмо. Ну не знаю, наверное, какие-то овцы это делали для дебилов. Вот мне скажите, что нельзя было сделать нормально. Кнопки сделать там, чтобы оно работало. Вот почему я не могу там взять, чтобы оно все работало, чтобы тут резисторы типа появились. Почему-то так все вот это не работает все равно.
Это говно, потом есть. Что вот это говно, это сраная хуйня. Как это хуйня все пользуются? Вот это хуйня все. Хуйня. Как это хуйня, блядь? Вот объясните, а? То есть, я вам скажу так, что нарисовать плату из двух резисторов надо потратить месяц. Я вам не рекомендую ставить тупорылый аркад. Как реально дебилы делали какие-то опции. Все, всем спасибо за внимание.